Большое количество талых вод стало причиной подтопления трех улиц села Зубов в Уфимском районе. По данным регионального управления МЧС, под водой оказались 90 придомовых участков и несколько жилых домов. На месте происшествия работают 22 единицы техники и 56 человек личного состава. Задействованы 4 лодки. С их помощью людей перевозят в безопасные места. Кроме того, специалисты производят мониторинг с воздуха с помощью 4 беспилотных летательных аппаратов. По словам жителей села, чрезвычайные службы прибыли менее чем через час после прихода воды и оперативно начали оказывать помощь. Ужасно все это. В наш дом, вот в этот крайний, сразу пришла вода вперед всех. Бродили по дому, по первому этажу вот так вот. Мебели много пропало. Я вот пожила на втором этаже. Теперь решили меня отправить к родственникам. Я так думаю, что все-таки это можно было предусмотреть. Ну, не первый раз эта речка затопляет ведь людей. Просто до нас не доходило. А теперь вообще страшное дело. Затопило хорошо подвалы, дома, а вернее первые этажи. Построили этот, вывели там часть, значит, живность пострадала. Все погреба затопленные, картофель, будем так сказать, уже пострадал, поплыл. Остатки, будем так говорить, овощей. Ну и вот, в общем-то, будем надеяться, что устранят все, помогут нам. Для жителей подготовили 2 пункта временного размещения в школе и в детском саду вместимостью более 300 человек. Социально значимых и потенциально опасных объектов в зоне подтопления нет. Нет, к счастью, пострадавших и погибших. В пресс-службе регионального МЧС для жителей запас продуктов, питания, медикаментов и питьевой воды. Система жизнеобеспечения не нарушена, говорят спасатели. На данный момент наблюдается снижение уровня реки Берсувань.